Мыло по заявкам трудящихся, а может быть и нет, может быть просто для меня. В составе ромашка, мята, липа, липовый цвет и зеленый чай китайский, тяньчжэнь. Глицерин 1 треть ложки, 5 капель эфирного масла чайного дерева и 4 капли эфирного масла мяты. Вообще хотела сделать вон тех пингвинов, но основы не хватило. Делала 102 грамма основы, такие мыльные листочки для украшения. Он уже тут загибается чуть-чуть. И растапливала в этот раз, где-то в интернете нашла совершенно случайно, решила попробовать. Нигде больше не видела и где-то нашла, потом тоже не могла найти или скопировала, может в файлах-то есть. Прежде чем растапливать основу, микроволновку, добавляется 2 столовых ложки отвара или воды. Ну вообще сначала я положила основу, потом отвар долила и посмотрела, как это будет. Думала, что все пригорит, испортится мисочка. Поставила на среднюю, даже на малую самую мощность микроволновки, но все нормально вышло, оно окрасилось сразу же. Правда, пришлось помешать, там фотографии еще будут. Ну и будет, соответственно, ссылка под видео, если кому интересно. А вот здесь у меня тот самый отвар. В принципе, наверное, это можно пить. Тут зеленый чай, ромашка. Даже ее видно. Липа и мята. Ну, или вылью потом в ванну. Как раз собираюсь уже второй день этого года принять ванну, но все как-то не получается. Вот у меня пакетик. Вообще, это, по-моему, мне Падре дарила маленькую косметичку. Это пакетик от весов, на которых я взвешиваю. Досочку дедушка делал. Там ножик, тут эту коробочку я пыталась достать масло, но она что-то мне не заставалась. Я решила ее так варварски вскрыть. Тут палочка вообще от роллов. Ну и вот это вот с набором мыльного. Наверное, сейчас сделаю еще одно мыло. Это вот сами эти листочки, это сюкису. Кстати, с ними можно просто ванну принять. Ну и тут мои китайские иероглифы, что куда, зачем ложила. И вот такая вот у меня мисочка сейчас. Мне уже чуть-чуть совсем осталось мыльной основы, но и она уже, соответственно, подзастыла. Небольшой малюсенький обзорчик. Скоро я поставлю это в морозилку. Но тут такой масляной корочкой покрывается. Или какой-то, или просто так застывает уже. Потом достану и зафоткаю. Если вам этот коротенький, маленький недообзор был интересен, то я рада. Ну и прощевайте, что ли.